Бескрайние просторы, чистый воздух, прекрасная природа. Общая картина Орлова оврага, который находится за микрорайоном «Крутые ключи». Вдохновляющий пейзаж портят многочисленные свалки бытового и строительного мусора. Его везут сюда недобросовестные подрядчики. Борьбу с правонарушениями постоянно ведут специалисты городского департамента благоустройства и экологии. Но, по словам активистов, работа станет результативней, если ее выполнять совместными усилиями. Мусор бытовой мы его соберем, вывезем на полигон. Грунт, который здесь складирован, мы его используем в строительстве, то есть он нам тоже, в принципе, нужен. Вот, поэтому здесь полезность приятна. Председатель местного совета ТОС Игорь Сажин встал пораньше, чтобы собрать на субботник как можно больше активных жителей микрорайона. По его словам, лишь совместными усилиями можно сделать жизнь в городе комфортнее. Пример нужно показывать, обязательно нужно, потому что, сами понимаете, вытащить людей на субботник конкретно в их двор не всегда легко. А вот, например, на какую-то благородную цель показать, ну вот давайте здесь очистим, это уже проще и им интереснее. Мы тоже гуляем на самом деле, как жители, и надеюсь, здесь будет чисто скоро и появятся новые красивые дома для многодетных семей. В экологическом субботнике участие приняли более 60 человек. За чистотой территории в несколько гектаров будут следить и дальше, а информацию о нарушителях передавать в профильные ведомства. Над выстраиванием диалога между жителями и властью уже работают общественные советы микрорайонов, которые появились в рамках реформы местного самоуправления. Люди, которые не словом, а делом доказывают, что они неравнодушны к миру вокруг, могут войти и в команду, которая будет работать на развитие города в районных советах, выборы в которые пройдут 13 сентября. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.